меня очень упертая, и принятие решений, если она что-то для себя решила, отговорить, как говорится, бесполезно. То есть нужно лишь или попытаться извлечь из этого выгоду, или просто смириться с тем, что она так решила, и все. Я решила участвовать, чтобы доказать самой себе, что я могу что-то сделать, и причем сделать для себя лично. Для меня сделать что-то для других намного легче, нежели для себя самой. И в первую очередь я должна доказать самой себе, что я могу это, и если вы меня выберете, то я могу сказать «I did it». Она абсолютно везде такая, какая она есть. Она никогда... я даже подозреваю, что она просто не умеет даже играть какие-то роли. То есть это ей... просто это не ее. Если вы говорите, почему вы должны меня выбрать, я мама 4 детей, а самому младшему сейчас 7 месяцев, но при этом я еще продолжаю кормить. Когда мы женились, была такая ситуация, что... мои родственники, именно моя старшая тетя, сказала, что там «Узен Богу, узен де». То есть, типа, это очень грубо звучит на казахском, но это означает, что ну ты сам выбрал то, что выбрал. У нас семья исключительно восточная, скажем так, потому что мы очень сильно ориентированы на родственников, мы очень сильно ориентированы на семью. Для жены и для меня приоритеты семьи, они гораздо важнее и выше, превыше всего. Лично по отношению к себе я всегда недовольна. Вот, и всегда есть не то, что это будет звучать слишком пафосно, что типа нет предела совершенству. Я не говорю, что я совершенный человек, потому что уже пришли к такому возрасту, когда мы становимся самодостаточными. Если говорить сугубо о своей мотивации, во-первых, это я хочу измениться внешне, опять прийти в свой стройный вид и 54 килограмма, которые были у меня когда-то. Немножко не хватает вот такой вот черты, наоборот, блондинки, да, просто мозгов много у нее однозначно, человек умный, человек самодостаточный, и где-то это все вот гасит какую-то такую абсолютную женственность, какое-то... кокетство, это какие-то такие вот вещи, которые просто присущи любой женщине должны быть, ну, несмотря на то, на ее там IQ или положение социальное. Я работаю в Финской торгово-промышленной палате, я глава представительства, работаю уже 8 лет на этой должности и думаю, что если сравнивать, не в обиду сказано, другим женщинам, просто сидящим в декрете, которые хотят измениться, это одно. Но если женщине удается совмещать работу, семью и еще находить время на себя, что в принципе я сейчас, вот смотря свой график, если вдруг вы выбираете меня, я вот просто рассчитываю уже по времени, как я могу всем этим регулировать и всем этим как бы заниматься. Я считаю, что женя достаточно такой цельный человек, у нее взрывной характер. То есть она очень бурно выражает эмоции на определенные ситуации, когда она видит некую несправедливость. И я ей всегда говорю, что, слушай, есть простой способ, да, берешь пальцы, начинаешь считать до 10 в одну сторону, потом отсчитываешь обратно, и после этого только принимаешь решение и высказываешь. Там, по-моему, даже до пальцев не доходит, там сходу в ответку что-то включается. И если это можно было бы подправить, это было бы классно. Все, во всем остальном, не знаю, вес, рост, я не знаю, характер. Я выбрал то, что выбрал, меня это полностью устраивает.